y lo demás de despenalizarlo, porque yo creo que la grandeza de países como el nuestro, la grandeza de Europa en general, es que te puedes permitir ser incluso grosero, ser incluso blasfemo, ser incluso desagradable, es decir, porque por encima de todo está la libertad de expresión. Y por tanto, yo sí creo que ha llegado el momento de dar una pensada, poder ordenar y sacar de ahí este tipo de delitos y Это радикалы делают, вот там какой-то рэпер наоскорблял короля, блин, старика немощного, который ничего вообще в стране не решает, ни в чем не виноват, чушь, это старика-то оскорблять, который уж отжил свою жизнь. И зачем было про него какие-то песни сочинять и оскорблять? Я с этим не согласна, вообще не понимаю. Но если молодежи не нравится... Сейчас, подождите. Если молодежи не нравится, как управляются страной, так извини, с Педро Санчеса и оскорбляйте, и партии оскорбляйте. Но при чем тут вот король? Он что, как-то руководит страной или что? Что он... Зачем надо было оскорблять этого короля? Король все-таки для них это монархия, и как-то большое количество испанцев, ну, трепетно относится к королевской семье. И королевская семья достаточно многое делает, ну, благотворительные фонды у них помогают людям там и занимаются какой-то деятельностью. Ну да, тоже замечены они в коррупции. Ну а кто это в правительстве не замечен в коррупции, интересно? Это все, слушайте, там, говорят, пострадали эти полицейские.